Здравствуйте. Сегодня 23 июня. Вот опять 37 градусов. Утро нам обещают похолодание. Я сегодня хочу снять видео. Семейка, которая у меня была в роевом состоянии. Кто-то сказал, что матка там придавлена. Я вот хочу посмотреть, проверить, что я сделал. Я посадил ее на лощину. Дал. И там вечером я подошел, сушинку дал. Еще. Вот. Давайте посмотрим, что там внутри у нас есть. Как вышла она из роевого или нет. Посмотрим. Сейчас все увидим. Мое мнение, что вышло. Кажется, пчелки летят. А, давал я еще 3 литра сиропа. Где-то в канистре дал в кормушку. Быстренько, потому что надо сегодня сваливать. Рамочку с кормом я еще приготовил. Так, ну что, сироп они взяли. Пчела здесь, они из пакета вот взяли сироп. Остался. Ну что, пчела сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть улочек. Так, давайте глянем, что у нас здесь происходит. Пчела спокойная. Я думаю, что матка все-таки на месте. Так. Все залили. Все залили, все залили, все залили. Ну, не знаю, наверное, это сироп. И отстроили одну лощинку. Так, что у нас там дальше? Матку я, наверное, искать не буду. Вторая отстроена. Ну, смысла даже искать нету, матка здесь есть. Они за 2 дня что сделали. Ой, опять все отстроено. Это ладно, отстроено и засеяно. Вот, посмотрите. Так, это вторая, третья. Сейчас я похулиганю вас, девчонки, здесь немножко. О, блядь. Четвертая. Ой. Пятая, ну тут погрызли. Она с кормом. И шестая, они вот строят. Седьмая практически отстроена. Так. Еще лощина у меня не отстроена. Я им приготовил рамочку с кормом. И все-таки я, наверное, еще 2 лощинки дам. Вот это отстроенная под засев. Так вот, недостроенная. Вот тут с кормами. Она, я ее поставлю на край. Вот. А где они отстроили, опять разрежу, чтобы и рамочки они построили. В принципе, мне сейчас
больше рамочки нужны. Наверное, с этой силой. Ну и так, давайте еще. Это здесь еще такое. Маточки не вижу. Но. Все нормально. Все нормально. Я так думаю, что все нормально. Так, вот еще лощинку вам стройте. Сиропчик вы не забрали, но принос есть нектара. Мне сейчас нужны рамки. Мне нужны рамки. Так. Вот так вот. Так вот. Ну что, семья вышла из Раевого, работает. Все отлично. Вот, рамочка у меня тут есть. Перга. Знаете, вот, не жалко. Слушайте, давайте я вам еще одну лощину поставлю. У меня здесь есть рамочка вот с лощинкой. Сейчас, в принципе, тепло. Расширять не страшно. И в итоге они у меня остались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Конечно, много, ну ладно. Бог с ним. Сироп я оставляю. Закрываю. Надо сегодня в город ехать. Просто ничего не успеваю. Ну, а вы, девки, еще дня 3-4 постоите. Строите все здесь. И я вас объединю. Маточка замечательная. Вообще замечательная. Ну, что я могу с копля? Еще одну не поставил. Олень, а? Тут у меня. Давайте еще одну. Пусть будет 12. Пусть будет 12. Конечно, этот метод жесток, но он работает. Тут медок. Ну, сироп, вернее всего. Ну, они все это сейчас съедят на расплод, это у них идет на ура. Так что матку я не придавил. Были предположения такие, что маточку придавил. Нет, слава богу, она живая, она мне еще нужна. Еще на следующий год пригодится. Вот. Ну что, все замечательно, я считаю. Все идет по плану. Да, ребят, сразу до кучи. Хочу показать еще моментик один. Не моментик один, а маточек я подсаживал, выпустил я все замечательно. Их.